Вот гортензия, это крупнолистная. Ну вот ее надо укрыть. Сейчас я ее тоже немножко подтяну, веточки подвяжу. В общем, ее не буду обстригать вообще. Вот это с такими красными. Интересно. Тут клубнику посадила. О, надо там проверить мамин этот, как этот называется-то, земляника вон виднеется красненькая. Тут решила вот флоксы все-таки пересадить. Пусть они меня радуют здесь поближе. И тюльпаны тут посеяла. Это вот гортензия, которая тоже подстригла ее. Она вон на кончиках цвет набрала, но не успеет распуститься. Не знаю, подстричь ее, но такие красивые листики. Вот. Иргу тут маленько подрезала, но надо самую верхнюю выстричь. Что тут у меня еще? А, ну вот сейчас гладиолусы тут повыкапываю, посушу. Но они вот все зеленые еще. Прям зеленые. Вот. Тут даже розочка моя, вот эта малипусечка, цвет набрала. Эти хризантемки хорошенькие в прошлый раз пересадила. Их так эта трава забила. Вот. Еще вот тут желтенькие проклевываются. Ну, тут флоксики, гортензия. А, и вон там желтая малина. Ну-ка пойдем посмотрим. Она уже должна созреть. В прошлый раз целую ветку прям оставляла. Это вот яблонька мельба. Мельбочка. Бадан тут сидит. Эти вот цветут, это я ее в воду поставила, а она завяла. Ну вот, такая малина желтая.